Антон из Питера спрашивает о предыдущем отрывке, что такое козел отпущения в нашей духовной работе, что это за желание? Это желание, он говорит правильно. То самое желание, которое мы можем исправить особым образом, когда мы отделяем его от себя, прогоняем в пустыню. Я не могу его исправить, использовать его. Нужно найти, есть знаки, где мы это читали? Есть признаки вот этого особого человека, посланника, который уносит, да, этого козла, Азазелю. А, здесь это было, да? Ага. Да, это такой красивый такой человек, да, ага. В кавычках, да, мягко говоря. То есть человек, который раскрывает себя особо уродливым, с разными свойствами, так он достоин унести этого козла Азазелю. То есть он, вот от имени общества, от всех желаний, всех свойств человека, он как раз, то есть вот от общего, всего общества, он как раз от все это и делает. То есть это все те проклятия, желания получать, которые не могут быть исправленными вот пока что. Так мы это как ситруахара, как что-то, что... Ну, такое исправление, но вот таким вот особым образом. Ну, пока еще не можем, но нет сил превратить эти желания в отдачу. Нет в Торе ни одного слова, чтобы не говорилось о келим, который надо было бы исправлять. И правильной формой келим, присоединение келим у нас называется светами.